Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сейчас хочу сделать такой расклад. Ну, может быть, те, кто одиноки, да, либо те, кто встречается с партнером, но хочется узнать, может быть, кого-то не устраивает данное отношение с партнером. Появится ли мужчина для серьезных отношений все-таки на самом деле, да? Может быть, вы хотите расстаться со своим партнером, а может быть, не считаете его своей судьбой. Бывает такое, что просто не хотите тратить время, либо не хочется тратить время, либо есть какая-то неопределенность. А есть мужчина еще и по судьбе, да? Вот давайте мы сейчас это с вами рассмотрим. В таком случае, давайте так, сейчас я положу черный камушек и белый камушек. И вот выбирайте, пожалуйста, какой камушек будет соответствовать вашему желанию, да, посмотреть этот расклад. Всем, конечно, желаю счастья, чтобы вы встретили своего любимого мужчину, чтобы были счастливы. А может быть, ваш любимый мужчина сейчас с вами. Поэтому сейчас это можно все посмотреть. Появится ли мужчина для серьезных отношений? И обретете ли вы с ним семью? Это я для белого камушка. И каким будет избранник? То же самое для черного камешка. Появится ли мужчина для серьезных отношений? Будет ли семья с ним? И каким будет избранник? Вот выбирайте белый либо черный камушек. Вот посмотрим, что нам это может показать. Появится ли мужчина для серьезных отношений? Аркан императрицы. Обрету ли я семью? И каким будет избранник? Три высших аркана мы видим перед вами, да? Я вижу, что вы выйдете замуж. Мужчину встретите намного позже. Мужчина, кстати, ваш уже ищет. Он уже в поиске. Мужчина очень умный. Старше вас. Даже, что хочу сказать, если он сейчас не разводится, но он либо долго был одинок, либо долго также ищет свою судьбу, но мужчина есть. Может быть, какой-то ученой степень у него, да, либо у него свой личный бизнес, насколько мы видим. Но мужчина обладает неким магнетическим даром. Он абы какой женщины он свою судьбу связывать не будет. Я вижу вообще большие изменения в вашей судьбе, аркан смерти. Семья будет, но строиться это все будет очень сложно. Вам придется пройти путь к этим отношениям очень сложный, так что я всегда говорю, нужно приготовиться, нужно настроиться, нужно принять все испытания, которые будут. А, знаете, тут суть в том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому новое замужество есть. Серьезные отношения будут там, где вы почувствуете себя настоящей и любимой женщиной. Мужчина, кстати, очень опытный, есть опыт, есть умение обращаться с женщиной, и он свою жизнь будет строить правильным образом. И поэтому он ищет себе женщину очень умную, хорошую хозяйку. Ему не важна внешность, ему важно вот внутреннее наполнение человека. Поэтому здесь я вижу, что да, есть. Мужчина будет у вас. И не абы какой мужчина. Мужчина очень насыщенный, с которым можно будет поговорить, с которым можно, как говорится, поплакать, да, в жилетку, который на защиту на вашу встанет. Это очень умный, основательный человек, который вас уже ищет. Далее, давайте посмотрим, кто выбрал черный камушек. Появится ли мужчина у вас для серьезных отношений?
Будет ли у вас семья? И каким будет этот избранник? Что мы видим здесь? Здесь я вижу, что какое-то одиночество идет у вас сейчас. И вам, знаете, что нужно сделать? Вам нужно поработать для того, чтобы вот аркан солнца мы видим, да, что семья у вас будет. И даже можно так сказать, что она у вас уже практически есть, эта семья. И мужчина, который по судьбе, он находится рядом с вами уже. Аркан умеренности мы видим. Золотая середина. Пора остановиться на том мужчине, который есть у вас сейчас. Если у вас нет мужчины, да, вот здесь я не вижу в будущем мужчину. Те, у кого сейчас есть мужчина, есть отношения. Аркан умеренности просит не торопиться рассмотреть своего мужчину сейчас, который есть. У кого же нет мужчины сейчас, кто в одиночестве, вам нужно будущее нарисовать. Вам нужно придумать своего мужчину. А королева кубков – это основательность, это чувственность. Да? Это говорит о том, что женщине надо поработать в этих отношениях, в смысле в своей ситуации. Значит, обычная женщина спрашивает, какого вы хотите мужчину? Ну вот, какой встретится, я посмотрю, какой будет, да, посмотрим. Не надо ничего смотреть. Надо сразу задать Вселенной задание. Вот такого-то роста, такой цвет глаз, хочу такой характер. Да? И вот аркан солнца здесь, да, здесь показывает, что ваше желание будет выполнено. Также, знаете, можно вырезать фотографию, повесить лист желания. Если такое можно делать, да, на стенку вешать белый лист. И можете из журнала вырезать мужчину приблизительно вот такого внешности, которого вы хотите. Ну, окружить его какими-то картинками, что должно прилагаться к вашим отношениям. И у вас обязательно все будет. Поэтому здесь уже по черному камню два варианта. Либо тот у вас, кто есть, он у вас уже по судьбе, еще раз повторяю, и он есть у вас, просто нужно как-то все-таки присмотреться к этому. Потому что самого вот как бы мужчин, мужской карты здесь не вижу. Это, знаете, некая такая энергия, как вам правильно сказать, того, что должно произойти. Вот в таких вот, знаете, знаках судьбы к нам пришло. Ну, еще раз повторяю, тот, кто, у кого нет сейчас никого, создайте себе мужчину. Не ждите-ка, абы кого, абы какой-то встретиться. Вселенная, по всей видимости, ждет знака, когда вы ей сами расскажете, какой будет мужчина. И тогда именно такого мужчину вам все-таки. А знаете, как бывает? Это бывает так, когда вы идете по улице, и мимо каких-то мужчин вы проходите спокойно, а каких-то вы оглядываетесь, какие-то у вас внешность, за сердечко, с голубыми глазами, низкие, высокие, какие-то такие рыжие, темненькие, большие глаза какие-то, да, коренастые, всякие разные, да, мужчины. С какой-то растительностью, да, где-то вот на плечах, на груди. Вот есть такие, да, коренастые мужчины. Вот такой психотип тоже придумайте по характеру. Что вы хотите, чтобы какой он был, как он с вами, да, обращался. И вот это именно и есть подсказка для Вселенной. Подсказка для Вселенной, какой мужчина вы можете встретить. Это очень важно, мои дорогие, это очень хорошо работает. Это очень... Кстати, какую-то мысль еще потеряла, что-то еще хотела сказать. Я вот сейчас говорю на потоке, потеряла какую-то мысль. Поэтому никогда... Никогда не говорите, что я больше никогда не встречу другого мужчину. Этого никогда не говорите. До тех пор, пока вы желаете, у вас есть желание, Вселенная откроет вам, как говорится, ворота в вашу новую жизнь, и вас за этими воротами будет ждать ваш избранник, ваш человек по судьбе. Как только женщина говорит, я никому больше не нужна, у меня никого больше не будет, Вселенная говорит, ну не хочешь, не надо, значит, тебя никого не будет. Вот это тоже, мои дорогие, надо понимать. Поэтому... Вот все, что я вам показала, здесь, пожалуйста, примите к сведению. Вот такой вам расклад, мои дорогие, желаю вам счастья, желаю вам счастливых отношений, желаю вам любви, и чтобы все, вот вы встретили такого мужчину, либо тот мужчина, который сейчас рядом с вами, стал таким, какого вы всю жизнь мечтали иметь. Всего доброго, мои дорогие, с вами была Викана.